Приветствую всех у себя на канале. Продолжаю я ремонтировать автомобиль. Менял я ремень ГРМ. И пришлось мне вот еще делать ремонт по ходу пластикового кожуха защиты ремня ГРМ. Что у меня тут приключилось, когда я открывал его, то вот тут есть такие соединения в этой вот части сверху. Они тоненькие. И когда открывал, они просто поотрывались. Можно сказать, даже не поотрывались, а поотваливались. То, что машине уже 7 год. Пластик старее и становится тонким, хрупким. Короче, пришлось мне думать, что вот делать, чтобы соединить это, чтобы сюда потом в процессе эксплуатации пыль на ремень не попадала. И пришел я к такому решению. Есть у меня вот клей такой. Не знаю, как он называется. Вроде основа на ацетоне. Желтый. Повешу прожектор повыше. Такой вот у нас клей. Этим клеем я предварительно поставить бутылочку, куда нам, чтобы не упало. Предварительно нанес этот клей я на пластик. Вот, примастил бутылку. Нанес я этот клей на пластик, на эту вот защиту. Сначала острым предметом нацарапал такую сеточку, чтобы прочнее взялось. Потом нанес слой этого клея. И когда он немного подсох и стал более-менее такой густой, липкий, то я нанес наверх сетку, армосетку. Такая вот сетка армированная. Вырезал ножницами определенный кусочек, сколько сюда надо. Нанес я вот этот кусочек, прижал аккуратно и поверху еще клеем намазал. Уже прошло где-то полчаса, то клей подсох немного. Гляжу, вот здесь сейчас чуть-чуть еще пропущенные зоны. Буду, короче, еще один слой наносить. Но я думаю, даже не просто по пропущенных, а по всему периметру сетки нанесу я еще слой клея, чтобы уже наверняка взялось. Так, клей то не скажу, как называется, то что сам не знаю, вроде бы на основе ацетона, так по случаю достался мне клей неплохий, он на пластмассу хорошо берется. Ну, предварительно обезжирю эту деталь ацетоном и вот нанесу сейчас слой клея на сетку. Потом, так как сетка имеет полости, то еще вот на соединении видно, у нас вот дырочка небольшая здесь и здесь щелины, то наклею я наклею, короче, я тонкую полоску изоленты, чтобы закрыть саму щель и непосредственно соединение двух деталей. Заклею еще изолентой поверху потом, уже когда этот слой высохнет. И по изоленте еще таки слой сеточки этой нанесу армированной.
И получится у нас такой вроде трехслойный пирожок. Короче, получится сетка армированная, изолента будет закрывать у нас полностью доступ к ГРМу. И поверху второй слой сетки для надежности, чтобы это не переломалось. Это вроде как-то стеклоткань. Наверное, в малярных работах используют, там разные щелины заделан. А клей, не знаю, как называется, но он на основе ацетона, то, что ацетоном пахнет. И вот такой вот желтый. Ну, клей довольно-таки хороший, он к пластику прилипает конкретно. Не так, что, например, эпоксидная смола, да, потом может отвалиться. А он более такой эластичный остается и сильно липучий. Я таким похожим способом ремонтировал, короче, радиатор залепливал у старой машины. Так как радиатор тоже, он пластиковые там части, я по пластику нанес этот эпоксидный. Но эпоксидка, она сама по себе не эластичная. Так нанес я эту эпоксидку и с ткани, не с такой, а с обычной ткани плотной, сделал там сетку, короче, армировал. И потом еще поверху вторым слоем эпоксидной смолы. И машина с таким радиатором и осталась у меня. Ну, машину я уже продал. Можно сказать, радиатор не менялся. Целый оставился радиатор. Не пришлось менять его. Там была трещина на расширительном бачке на радиатор. Такой радиатор, это Peugeot было 405 радиатор со встроенным расширительным бачком. В самой машине расширительного не было, как у этих вот расширительный идет к радиатору, там встроенный. И вот видно, из-за разности давления пластик тот лопнул, то я наложил тоже на эпоксидной смоле. Чешская была у меня, она такая с отвердителем синим. И на этой основе вот я эпоксидную смолу потом поверху сделал армированную часть, это с ткани с обычной, и поверху еще слой. Ну вот, кажись, все промазал. Оно таким красивым залило его слоем. Также еще тут у меня проблемка в процессе открывания этой защиты. В процессе открывания защиты еще и защелки. Ну все, пускай высыхает. Всем спасибо за просмотр. До свидания.